Всем здорово, танкисты! Ну что ж, у нас обновили наборы мистических контейнеров, поэтому мы сегодня их сами немного пооткрываем на двух аккаунтах, посмотрим, что нам будет выпадать. Когда их только завезли, выпадало жирно, люто, многие очень вышли в плюс. Второе открытие уже было чуть похуже, и судя по комментариям, вторым достаточно много людей остались недовольны. Попробуем с вами пооткрываем сегодня, посмотрим, что нам выпадет. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Также напоминаю, что у нас идет розыгрыш премиум танков. Ссылка на видео с розыгрышем будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Так что переходите, участвуйте. Будем разыгрывать 3 премиум танка среди подписчиков. Ну давайте попробуем. Будем надеяться на лучшее. О, сразу второй уровень. 100 тысяч голды в прошлом году доставали. Надо теперь достать еще второй уровень. 250 и 500. Прям вот за одно открытие и то, и все. Можно сказать, что игра пройдена, если за одно открытие мы получим 750 тысяч золота. Ну или хотя бы немножко поменьше. Можно и 50, и 25 тоже. Так, 200 голды. Первая голдишка пошла. Скромненько. Так, оп, оп, оп. Нормально. А, это из частей мы собрали второй уровень. Так, нам неплохо падает второй уровень, это уже обнадеживает. 100. Это у нас новый аккаунт. Танчики сюда нужны. Хотя и на второй тоже они, в принципе, будут нужны. На основе мы сами, думаю, пооткрываем выходные. Так, ну второй уровень. Второй уровень хорошо. Сертификатики бы попадали немножко. Так, голды что-то по чуть-чуть сыпят. По 200. Оп, 7000 свободочки. Пишите комментарии, что выпадает вам, продолжаете ли вы их открывать, ждете ли вы третий их завоз. Потому что, когда их обновили, судя по комментариям в Телеграме и на Ютубе, многие скупили сразу все. Так, второй уровень по частям. Ой-ой-ой-ой, минимум самый. Леста, ты давай нам рандом подкручивай. О, сертификатик, это ништяк. Надеюсь, будет десяточка коллекционная какая-нибудь хорошая. Что я вообще хочу еще на этот аккаунт, кстати? Уничтожителя. Вот уничтожитель, если выпадет, будет просто топчик. Ну-ну-ну-ну, Леста, давай. Так, рандом к нам пока не сильно благосклонен. Ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Свободочку мы оставим на Новый год. Будем с вами открывать... Пытаться, точнее, с коробок за свободку достать шары. Так, второй уровень по частям. Намана. Из второго уровня шанс выпадения сертификата 10%. О, замечательно. Так что будем надеяться. Ну и голдишечка опять же может выпасть. 100. Давай 100 тысяч, Леста. 100 тысяч. Ну, надежда умирает последней. Мы с вами будем их открывать до конца, я надеюсь. В прошлом году наши мучения воздались, соточку мы достали, суммарно вышли в хороший плюс. 500. Будем надеяться, что и в этом нам повезет, и не придется продавать все коллекционки и потом на них копить и восстанавливать. Все коллекционки, если что, мы всегда успеем слить на Новый год. Если там будут достойные танчики. Плюс на Новый год компенсация за повторные премы в золоте, а у меня на основном... Так, скромненько. На основном аккаунте их выше крыши. Кроме нескольких. Вот чар футура нет. Так. Ну. Ну давай еще парочку. Один сертификат и парочку второго уровня контейнера. Так. О! Так, уже... Весьма неплохо порадовало. Порадовало, спору нет. Хоть частично окупились. Второй уровень 1500. Зачетненько. Так, что-то под конец начала выпадать голда. Оп, давай еще голды, голды, голды. Ну блин, можно было побольше. Так, анимированный аватар зато с шансом 0,5% держите. Ну ладно, оставим. Анимированный аватар, кстати, у меня первый. Такс. Давайте начнем вот с этих. Скрестим пальцы. Давай.
Так, загадка. Ну, загадка пригодится нам в последующих ивентах. Многих, кстати, спрашивают. Леста написала, что это топ-подарок для последующих ивентов. Будем ждать, что же с ними надо будет делать. Так, чё по два-то? Давай больше. Больше. Ну, месяц према, ладно. Если будет ивент на слив ресурсов, прем туда улетит. В прошлый раз я 2000 дней према слил. Так, 2 недели према, 3 и 25 тысяч свободки. Сойдет. 50 тысяч свободки. На мана. Так, дофармим мы 3 уровень-то. Дофармим. Бумс. А вот и 3 уровень. Такс. Тут-то все равно скромновато со 2 уровня. Ну, скромно, согласитесь. Скромно. Такс. Пока у нас 2 сертификата. Здесь шанс сертификатов 15%. И голда. 100 тысяч, но не голды, к сожалению. Так, еще одна загадка. 100 тысяч свободки. Ну, можно было и голды. Такс. Ну, давайте. Может быть, отсюда нам выпадут 10-й коллекционки или то, чего у меня нет. Ну, это 27, оно у меня есть давным-давно. Такс. И... Самуа. А вот его у меня не было. Лайкос, друзья. Я говорил, когда что его у меня нет, все говорили, ну купи-то в магазине, он там стоит недорого. Я говорю, нет, он все равно мне рано или поздно выпадет. Супер. Окуп, можно сказать. Ну, в принципе, нормально, сойдет. Так. Ну что ж, погнали на следующий аккаунт. Так, здесь у нас немножко контейнеров мистических и плохая компания за квест, который нам давали. Кстати, почему-то вы пишете про мистики, но не пишете, что вам упало с плохой компанией за квест, где нужно было нанести 60 тысяч урона. Пишите. Так, давайте начнем с них. Тут тоже может быть уничтожитель. Ну так. Ладно. Еще не все потеряно. Оп. Ах, аватар. Такс, ну ладно, на халяву, хорошо. Камуфляж, бустеры, иксы, нормально. Халява это всегда здорово. Особенно в нашей игре Танкс Блиц. Скромно. Ой-ой-ой-ой-ой, минимум опять. Давай лучше, рандом, ну. Не особо лучше, но все же. Так. О, 5000 голды, yes, вот, во. На этом аккаунте мало премиум танков. Сейчас, я думаю, докупим еще с вами мистиков, значит. 5000 голды, это здорово. Ну, блин, давай что-нибудь еще. По 2, ну ё-моё, Леста. Пам-пам. О, и сертификат и контейнер. Отлично. Просто замечательно. 100, ну хотя бы 100. Такое утешение небольшое. 30 тысяч свободки. Из первого уровня это очень даже хорошо. Очень хорошо. Так. Нам там упало 5000. Давайте за 4,5. Третьего уровня. Божественно. Так. Ну, можно еще голдишки. Давай, 20-ку. 200. Пару нулей не хватает. Ну, ладно. Месяц према, это гуд. Ну, Леста, ну что же ты? Давай, ну вот еще сертификатик один. О, еще месяц према зато. Ладно, сойдет. С первого уровня сойдет. Второй уровень по частям. Ну, опять скромненько. Так, ну в принципе нам и так дали, да, здесь 5000 голды. Ох, ну надеемся еще на один сертификат хотя бы. 100 золота и не тысяч. Второй уровень, замечательно. Так, давай еще один сертификат с этих двух. Оп-оп-оп-оп. 100 голды. Ах. Такс. Давайте второй. 1000 голды, зачетненько. Зачетненько.
Третий уровень. А, это собрано почти на 25 тысяч свободки. Very good. Так, ну отсюда один сертификат хотя бы, один. 5 тысяч золота, ух, огонь, огонь. Так, погнали дальше. Оп-оп-оп-оп-оп. 180 дней према, друзья. Отлично, полгода према. Так, здесь у нас суммарно уже где-то год, так что можно вообще не париться. Нормалек. Так, я думаю, сейчас с вами купим еще партейку. Так, скупили еще набор 17 штучек, продолжим. На этот аккаунт и в первом открытии насыпал очень хорошо, намного лучше, чем на остальные. Так, все. Рандом откручен. 45 дней према. Так, сюда он упорно сыпет према. Здесь его действительно было мало. На момент открытия его было чуть больше 100 дней всего лишь. Сертификат. Good. Very. Very, very good. Вот если еще и бетанчики сюда хорошие. Вот сюда Карра и Бурасик нужен. Карра и Бурасик. Может, Леста сейчас услышит наши просьбы. Ну, ё-моё, что-то открутила она нам все, скажет, хорош тебе. Ой, по два. Ну нет, в целом неплохое открытие, я вам скажу. Ну, можно было 2000 золота. Так, ну, опа, еще один и 500 голды. На мана. Ну, главное, чтобы из сертификатов не танки 5 уровня падали. А то, если танки 5 уровня, ух... 100 голды. Блин, вот голды что-то... Ну, она падает здесь, да, но вот... Хотелось бы побольше. То там люди скидывают в Телеграм скриншоты просто у всех. 25, 50, 100, 250, 500. Вот прям скриншоты в тьма кидают. Текс. Первого уровня это последний. Ок, так, погнали. Второй уровень. Давай сертификатик. Еще один. 500 голды. Ну, нормально. 500 сойдет. 25 тысяч свободки. Так, здесь 5 штучек еще. За 1500 золота. Так, ну. 3 месяца према. Отлично. Так, сертификатик давай. Yes! Да. 45 дней према. Отлично. Так, что у нас в сертификатике? Титан 54D. Отлично, друзья. Супер. Так, 3 сертификата здесь у нас. Карра и Бурасик. Опа, коллекционная десяточка. Это 7,5 тысяч голды. Не особо эффективный танк вообще, как по мне. Но это 7500 голды, друзья. ФЦМ50Т. Ну, такой... Идет, его здесь не было. Давай еще коллекцион десятку. Гусь. Такс. Ну что ж, друзья, вот такое вот открытие. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что упадает вам. Участвуйте в розыгрыше. Розыгрыш среди подписчиков. Так что подписывайтесь и заходите к нам в Телеграм. Ссылка есть в описании. Всем пока и удачи в открытиях.